На сегодняшнем уроке рисования мы поговорим о том, как сочинять электронную авангардную музыку. В качестве приглашенных на несколько секунд экспертов у нас в гостях тройни из Восточной Европы – Зденко, Жабко и Гонзик Махачковы. Добрый день, Шатова! Современному музыканту практически не нужны никакие ресурсы, но пригождаются разные бытовые вещи и скотские животные предметы. Теперь использовать компьютер. Экспериментальный авангардизм в каждый дом.